Безопасность, спокойствие, стабильность. От сотрудников ГУФСИН зависит укрепление законности и правопорядка в стране. И, конечно же, защищенность каждого человека. Юбилейный праздник собрал сотни сотрудников и работников настоящего времени, а также ветеранов службы. И, конечно же, со сцены прозвучало множество слов благодарности за честную службу и отвагу. Сотрудники, работники уголовно-исполнительной системы, позвольте мне от себя лично, от руководства Каннской воспитательной колонии, поздравить вас с профессиональным праздником и выразить слова благодарности за ту работу, которую вы делаете, причем делаете с честью и достоинством. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания в ваших семьях, счастья, любви, ну и, конечно же, мирного неба над головой. С праздником, уважаемые коллеги. На столь значимом празднике присутствовал и глава города. Он также поздравил сотрудников правопорядка, отметив, что они с честью выполняют свой служебный долг. Спасибо вам за вашу работу, за безопасность, которую обеспечиваете не только в нашем городе, в крае, но и в стране. Спасибо за вашу самоотверженность. Особо хочу вам выразить благодарность и спасибо за то, что участвуете практически во всех общественных мероприятиях города Каннска. И дальше также оставайтесь активными гражданами нашей страны, нашего города Каннска. Будем делать его еще краше и лучше. С праздником вас, дорогие друзья! Примечательно то, что такое важное и серьезное событие посетили и студенты Каннского политехнического колледжа, которые сегодня получают профессиональное юридическое образование и мечтают в будущем служить своей родине. Кроме того, студенты отмечают подобные мероприятия, вырабатывают сильный дух и патриотизм. Моя детская мечта, связанная с профессией, которая помогает обеспечивать правопорядок и законность, привела меня на путь юридического образования. Учеба под руководством таких опытных педагогов, как Екатерина Николаевна Филиппова, а также Герасимиди Ирина Викторовна, помогают расширять мои знания в сфере права и лучше подготовиться к моей будущей профессии. Моя цель – это работа в ГУФСИН, где я смогу применить все свои знания и усилия для поддержания законности и обеспечения правопорядка. Я готов служить и готов ко всем жизненным испытаниям, которые могут встретиться на моем пути. У меня большая гордость за наших работников, так как они стараются ради нашего порядка. Все-таки ГУФСИН – это очень опасная профессия, очень опасная сфера. Даже имеет свою отдельную отрасль правил. Я очень уважаю их профессию и очень горжусь, что у нас есть такие люди. С детства у меня отмечали волевой характер, а также безусловную склонность к дисциплине. Это у меня отмечали с детства. Возможно, когда-то меня считали занудой, но тем не менее мне всегда это нравилось. Мне эта профессия привлекала своей ответственностью и тем, что здесь постоянно приходится работать с большим количеством людей. А также я, безусловно, являюсь патриотом своей страны и стараюсь принимать участие в любом подобном мероприятии. Также на сцене городского дома культуры грамотами, медалями и благодарственными письмами за достойную службу наградили сотрудников ГУФСИН. Кристина Куш, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5-й канал.